Бхал-гритам. Бхал-гритам – специфическое показание, это сниженная фертильность у женщины, то есть для беременности. Но вместе с тем, так как это гритам, он прежде всего балансирует вату, поскольку масляная формула, то все проблемы с сниженной функцией репродуктивных органов, сниженной массой матки, там детская матка, также пхалагритам показано. Помните название? Три фала. Фала грита или пхала грита. То есть это плод, то есть масло из плодов, вот так. Но это специфическое показание именно для повышения фертильности, для зачатия.